Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как найти скрытую карту в Сбербанк онлайн. Скрыть карту в Сбербанк онлайн можно через настройки карты в разделе «Безопасности». В разделе «Безопасности» есть один из пунктов «Скрыть карту». Скрыть карту можно либо в интернет-банке, либо в мобильном приложении Сбербанк онлайн, либо же, например, в банкоматах и терминалах Сбербанка. И если вы сделали так, чтобы данная карта не отображалась и скрылась в Сбербанк онлайн, то вы можете восстановить ей доступ. И восстановить доступ этой скрытой карты можно также через настройки. Зайдя в настройки, точно так же необходимо найти раздел «Безопасность». И уже в безопасности необходимо найти пункт «Как восстановить доступ карты». Но и, соответственно, нажимая на «Восстановить доступ», вам покажется список карт, которые, возможно, когда-то были скрыты, и вы уже выбираете ту карту, которую вам необходимо восстановить. Либо это одна, да, карта, вы нажимаете на нее, если несколько карт, то нужно выбрать галочкой ту карту, которую необходимо восстановить. Ну и, соответственно, вы можете выбрать не только одну карту, но и несколько карт. И восстанавливая ее, карта уже, конечно же, становится на свое место. Это мы рассмотрели, конечно, мобильное приложение Сбербанк онлайн, но все те же самые действия можно, конечно же, сделать и через интернет-банк. Если вы, например, не пользуетесь мобильным приложением, а заходите в Сбербанк онлайн только лишь через компьютер. Все то же самое. И скрыть карты можно через настройки, через безопасность, и восстановить доступ к данной карте тоже. И хочется отметить еще то, что если карта была скрыта, то с ней ничего не происходит, то есть она не блокируется, она продолжает действовать. И, кстати, скрыть можно не только карту, но и, например, вклад. Если у вас есть вклад, копилка, то же самое. Любой счет, либо карту можно как скрыть, так и восстановить ее доступ. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!